Приветствую вас, Вадим. Вы знаете, вот то, что вы описываете, очень похоже на такой нервный срыв, может быть, вашей жены. То есть она вот была в каком-то, ну, напряжении и вот, все это время, дни, месяцы, годы, не знаю, вот, и просто человек, может быть, действительно устал, то есть это такой вот эмоциональный всплеск, эмоциональный врыв сейчас происходит, вот, если это состояние аффекта, если это действительно состояние аффекта, то мне не кажется, что вы можете как-то это состояние аффекта убрать. Это, мне не кажется, что вот вы можете просто сказать своей жене что-то такое, да, то есть, чтобы она такая сказала: о, да, все, теперь я поняла, все, я не, ну, типа, я не буду уходить, я придумал, я остаюсь. Вот я не думаю, что вы можете найти какие-то такие слова, которые могли бы ее в этом убедить. Просто потому, что у человека есть какое-то такое, не знаю, более-менее устойчивое мнение. Более-менее адекватная позиция там, по отношению к себе, вот, и если бы это было не так, если бы это было по-другому, то, ну, наверное, ситуация была бы крайне очень негативной и нежелательно, вот, потому что, ну а как по-другому, понимаете, вот, поэтому сейчас вам, возможно, лучше будет не спорить с ней, да, но не идти у нее на поводу, да, то есть не делать того, что она хочет, вот, просто донести до нее, что вы ее любите, что вы хотите быть с ней, ну вот, что вам она дорога и так далее, вот. Это, в принципе, на мой взгляд, ну, довольно справедливая такая история, вот, и настаивать, если настаивать на чем-то, да, если настаивать на чем-то, то исключительно на том, чтобы она, например, ну, дала вам какое-то, может быть, время для того, чтобы успокоиться, ну, чтобы ей успокоиться, чтобы ей увидеть какие-то вещи для себя и так далее. Потому что, вот, знаете, я даже вот не очень, если честно, понял, даже вот я не очень понял, что вы вообще имели в виду, когда вот сказали, типа, что она вот заявила, что устала, да, заявила, что устала там, ну, по съемным квартирам и так далее, вот. То есть, с одной стороны, она вроде как устала. Но, с другой стороны, вы говорите, что мы получили квартиру. Так если вы получили квартиру, как бы, в чем здесь проблема? Как бы. То есть, я вот не очень понимаю этот момент, если честно.
То есть, если вы получили квартиру, а она, допустим, все равно там хочет уйти, да, от вас, ну, значит, дело здесь не в квартире, очевидно, а дело здесь, вероятно, в чем-то еще, в чем-то другом. Вот. И в таком случае искать нужно вот, именно в том направлении. Понимаете? Вот. То есть квартира это получается просто такое, ну как сказать, прикрытие, да? Просто прикрытие, отговорка, отмазка, что-то такое. То есть причина здесь, она может быть в другом. И, как правило, причина заключается в том, что вы, ну, вот как-то не близки стали. То есть, ну, довольно мало женщин, которые вот искренне хотят, которых искренне парят отсутствие материального положения какого-то. То есть, если женщина чувствует сама по себе, если женщина чувствует какую-то вот стабильность, да, пусть это стабильность и невысокая в плане вот обеспечения, то она, ну, гораздо с меньшей долей вероятности уйдет от мужчины, тем более, что вы ее муж, тем более, что у вас есть дети, вот. Так что, такая вот история. Вполне возможно, что она просто не чувствует от вас того, что ей нужно. На самом деле, по-настоящему. То есть, может быть, ее желания изменились, а вот вы этого как-то не поняли, вы этого как-то вот вовремя не увидели, и, ну, может быть, в этом вся беда и проблема. Ну, вот. Может быть, но в таком случае, согласитесь, что копать, как бы, да, нужно глубже. Это просто не такая вот на поверхности лежащая проблема. Ну вот. А дальше вы пишете о том, что, что мне делать, как сохранить семью. Ну, понимаете, отношения строят двое людей. Вы можете только пересмотреть, что вы делали не так, но дальше пересмотреть, что вы делали так, что вы делали не так, не для себя, а для, точнее, не для нее, простите, не для нее, а для себя. То есть, что вы делали не искренне сами. Вот именно сами. Понимаете, какая штука? То есть, мне кажется, что это очень такая важная история. Очень важный такой момент, вот, который, ну, желательно поисследовать вам, вот, самому. Дальше, вы пишете, что не хотите терять их. Это очень важный момент, потому что, с одной стороны, я могу понять, что вы не хотите терять их, с одной стороны, я могу понять.
Но с другой стороны, если вы не хотите их терять, то возможно речь идет о вашей чрезмерной зависимости от них. И если вы чрезмерно зависимы от них, то возможно эту самую чрезмерную зависимость имеет смысл снизить, чтобы она вас не так сильно беспокоила. Вот. Это тоже такой достаточно важный момент, на который вам желательно обратить свое внимание. Вот. Свое, ну, косвенное или прямое внимание. Вот. Дальше вы пишете, значит, она хочет идти в ЗАГС, просит, чтобы я не названивал ей. А вот еще один момент, который вы не раскрыли, хотя он очень важен. Означает ли тот факт, что она говорит про то, чтобы вы не названивали ей, то, что вы не, ну, то, что вы условно не в отношениях, то есть не в отношениях, а то, что вы сейчас вместе не живете. То есть означает ли это вот этот факт, что вы сейчас вместе не находитесь? Означает ли это, что, что вы сейчас где-то как-то порознь, ну, живете и так далее? Вот. Потому что это важно. Это очень важный момент. Это очень важный момент, очень важная история. Вот. Для вас. Понимаете? Вот. Ну и последнее, что вы говорите, это то, что, значит, ну, вы просите дать совет вам. Я думаю, что немножечко вы ошиблись с адресом, потому что психологи не дают советов. Психологи не занимаются советами, психологи помогают людям лучше разобраться в себе, со своими чувствами, вот, поэтому советы здесь, ну, как бы, совет это не то, что может дать психолог, в принципе, вот, поэтому, пожалуйста, учтите данный момент. Вот, и можно вашу ситуацию раскрыть, можно сделать, допустим, так, чтобы вы искренне раскрыли, чтобы вы раскрыли себя, чтобы вы увидели, какой вы, вот, так сказать, повысить уровень вашей конгруентности, вот. И так далее. Но это очень, очень важный момент. Это работа. Это работа. Понимаете, какая штука. Это работа, и если мы говорим про работу, да, то вам требуется какое-то количество, очевидно, встреч, какое-то количество, очевидно, бесед, чтобы данный момент понять для себя лучше. Вот. То есть глобально, вариантов здесь может быть несколько, чисто глобально. Глобально здесь вариантов может быть несколько, а именно, значит, либо это что-то системное с вашей вот супругой,
То есть что-то, говоря что-то системное, я имею в виду, это то-то, что копилось, накапливалось годами и вылилось сейчас. Либо это что-то очень перманентное, сиюминутное, вот. И в таком случае с этим, ну, отношение к этому, оно все же в таком случае несколько другое именно отношение к этому, если это что-то сиюминутное. Но для того, чтобы понять, что это, нужен анализ сводим. Вот. Для чего это? Лично вам, то, что вы хотите сделать. Ну вот, почему жена должна с вами остаться, с чем связано то, что вы не хотите их терять, то есть это звучит как такое, знаете, как собственническое очень чувство, вот, что это тоже важный достаточно момент. Вот. То есть тут вот такие аспекты. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.